Кто там? Ну как никого? Иди сюда. Сядь. Вот смотри. Стоит. Видишь? Крапивин. Виноват не вижу. Никого нет, ваше превосходительство. А Крапивин повешен. Не может он стоять. Так. Наверное, мне приснилось. Хотя я не спал. Может, я спала? Так точно, ваше превосходительство. Спали. Да-да, ступай. Хотя постой. Это что? Книга Библии. Ваше превосходительство. Архиепископ Африкан прислал ее в ставку вашего превосходительства в подарок. Я докладывал. Да-да, помню. Вот что. Скучно, брат. Почитай мне вслух. Виноват, ваше превосходительство. Я неграмотный. Ну, хорошо, хорошо. Слепых. Если слепой поведет слепого, оба упадут в яму. О ком сказано? Не могу знать, ваше превосходительство. О нас. О нас, о нас. Обо мне. Как прикажете, ваше превосходительство? Ты вот что, Исаул, ты... Уходи. И спать мне не давай. Буди. Прикажете... Да-да. Погромче. Скажите, что вокруг меня. Кто-нибудь, солдат, я знаю, ты здесь. Не молчи, Крапивин! Не молчи!
Крапивин, не молчи. Не молчи, Крапивин. Всякая ерунда. Вот ты спал, а тебе что-нибудь снилось? Так точно. Что? Виноват, ваше превосходительство. Баба снилась. Счастливый ты человек, Исаул. А душа у тебя болит, Исаул, когда-нибудь? Никак нет. Душа не болит. Зубы болят. Застудил. Ступай вон. Так? Вон!